1870 год ознаменовался началом франко-прусской войны, которая, впрочем, длилась недолго и завершилась унизительным миром. Уже 28 января 1871 года был подписан договор о капитуляции Парижа. Как и большинство столичных жителей, Дега ушел добровольцем в Национальную гвардию и пополнил ряды защитников города. Уже в ту пору у него начались проблемы со зрением, обернувшиеся в конце жизни практически полной слепотой. А воспоминания современников художник застудил в глаза, когда ночи напролет стоял на посту во время осады Парижа. Безусловно, в этот период у Дега оставалось слишком мало времени для работы. Тем не менее, уже в 1870 году появилось первое изображение танцевального класса. Не имея возможности попасть за кулисы парижской оперы, художник приглашал балерин в свою студию, где они ему и позировали. В следующем году свет увидела картина «Сцена из балета» Роберт Тьяо. Духи умерших монахинь, вызванные герцогом Робертом, танцуют среди руин монастыря. Однако художник уделил большое внимание не действию на театральных подмостках, а музыкантам и первым рядам в зрительном зале. Так мужчина в центре композиции равнодушен к происходящему на сцене. Он наблюдает за кем-то в бинокль. Впервые картина была выставлена в 1872 году, поэтому Дега подправил дату на холсте. Через несколько лет он написал еще один вариант этого же произведения, который сейчас хранится в Лондонском музее Виктории и Альберта. Некоторое время спустя художник отправился погостить к родственникам в Новый Орлеан. Впечатленный счастливой семейной жизнью брата Рене, он стал задумываться о браке, о чем и упомянул в одном из писем, адресованном парижскому другу. Забегая вперед, стоит отметить, что мечтам не суждено было сбыться. Дега объяснял это так. «Почему я никогда не женился? Просто я всегда боялся, что жена посмотрит на мою картину и скажет, «Ах, как это мило, дорогой! Есть любовь и есть живопись, а у нас только одно сердце». Живописец провел в Америке всю зиму. Здесь он написал портреты многочисленных родственников, а также приступил к созданию хлопковой конторы в Новом Орлеане, второй грандиозной работе после семьи Беллеми. Эта картина замечательна не только по композиции, но также по свету и цвету. Ее уникальность в нетипичности для самого Дега. Художнику удалось не только тщательно разработать интерьер, но и создать интересный групповой портрет, гармонично вписанный в атмосферу деловой обстановки. Несколько человек проверяют качество собранного материала, другие заняты бухгалтерией, третий наблюдает за происходящим. Мужчина, увлеченно читающий газету в центре картины, это брат художника Рене. Другой брат Ашель вальяжно облокотился на перегородку слева. Сам Дега описывал картину так. На ней около 15 персон, проявляющих больше или меньше интерес к столу, заваленному ценным материалом. А двое мужчин, один немного наклоняясь, а другой полусидя на столе, покупатель и брокер обсуждают образец. В
топовая контора производит впечатление беглой зарисовки из повседневной жизни, чересчур много на ней действующих лиц. Но на самом деле Дега тщательно выстроил композицию. Фигуры в черных костюмах контрастируют с белоснежностью хлопка, словно выступают из картины. Сцену оживляет небольшой морской пейзаж с парусником на стене справа. Кроме того, для максимальной детализации пространства художник выбрал необычный ракурс. Он словно наблюдает за фигурами с некоторого возвышения. Критики приняли хлопковую контору неоднозначно. Через некоторое время полотно было выставлено в городе По, где за 2000 франков его приобрел смотритель городского музея. Здесь картина хранится до сих пор. По тем временам уплаченная сумма оказалась немалой. Например, «Красные виноградники» Варли 1888 года, единственная работа Ван Гога, проданная при его жизни на выставке в Брюсселе, была оценена лишь в 400 франков. В 1873 году у Дега умер отец. Вернувшись в Париж, Эдгар вынужден был продать часть своих работ, чтобы спасти фамилию от позора. По одной из версий, Агюст Дега оставил множество долгов после неудачных сделок. Согласно другой, младший брат Рене, взяв в 1866 году кредит в семейном банке, основал с Ашилем в Новом Орлеане компанию по продаже вина и хлопка. Однако преуспеть в этом начинании братьям не удалось. Несколько неурожаев подряд разорили их и привели к банкротству. Так или иначе, но в 1872 году семья Дега ликвидировала французский филиал банка, а спустя еще 2 года получила судебный иск. Несмотря на все неурядицы, в 1873 году живописец с энтузиазмом принял участие в создании анонимного кооперативного товарищества художников. Это сообщество было призвано помогать неугодным салону художникам устраивать выставки своих работ. Замысел зародился еще в конце 1860-х годов и принадлежал Фредерику Базелю, погибшему во время франко-прусской войны. Об идее друга единомышленника вспомнил Клод Моне и во что бы то ни стало захотел воплотить ее в жизнь. К сожалению, мысль не пришлась по вкусу Эдуарду Моне. К этому времени он вновь стал пользоваться благосклонностью жюри салона. Первый показ товарищества состоялся 15 апреля 1874 года. Дега принял самое активное участие в его организации и даже представил несколько своих работ, например, монохромную репетицию балета на сцене. Любопытно, что при формировании каталога Клода Моне попросили немного разнообразить названия собственных произведений, слишком уж они были похожи. Именно так родилось знаменитое впечатление «Восход солнца», с которым связывают появление импрессионизма как такового. Картину с изображением порта в Гавре ранним утром, как и саму выставку, критики встретили насмешками. Публика негодовала. Разве это можно назвать живописью? А известный журналист Луи Леруа опубликовал в газете статью о данном событии и утверждал, что на ней не было ничего, кроме впечатления. Отказавшись от исторических и мифологических сюжетов, художники товарищества стремились запечатлеть мгновения современной жизни. Они предпочитали пленэр ограниченному пространству студии и тщательно изучали цвет и свет. По их мнению, краски вовсе не обязательно было смешивать. Достаточно нанести на холст дробные мазки чистых тонов. И при взгляде с расстояния они совместятся в зрительном восприятии и превратятся в выразительный пейзаж или портрет. Thank you.
Дега, хотя и примкнул к импрессионистам, участвовал в 6 выставках из 8, был одним из основоположников группы и важным ее членом, но всегда оставался в стороне. Он отрицал пленэр и работал только в помещении, не пытаясь словить впечатление от увиденного. Писал лишь по памяти или многочисленным эскизам, сохраняя привязанность к линиям и подчеркивая в своих работах первоочередную роль рисунка. Единственное, что его роднило с новым течением, некоторая заинтересованность в изучении света и цвета. Но если Ренуар и Мане в погоне за ними покидали Париж, то Дега наоборот блуждал по французской столице. Так в его творчестве в полную силу зазвучала тема большого города.